Всем здорово, друзья, меня зовут Валерий, и вы на домашнем канале. Ух, давненько у нас не было, короче, видосов, просто одни стримы, и просто летсплеев, видосов по инди, всяким играм у нас давно не было. И тут внезапно, короче, мне подписчик Мирослав Иванов прислал ссылочку на демо-версию грядущего инди-хоррора про пришельцев. Я очень люблю, короче, эту тему, всякие вот научную фантастику, типа пришельцы, похищения инопланетянами, там летающие всякие огоньки в небе, типа а-ля, короче, секретные материалы. Вот. И я так подумал, это все-таки демо-версия, и стрим запускать по ней, ну, смысла нет. Что там, блин, сколько? Ну, даже пусть она будет полчаса идти, но это не то совсем. Вот. Я решил, короче, записать чисто это летсплеем. Вот. А когда игруха выйдет уже полноценно, мы с вами уже погамаем в нее на стримах. Вот. Зашел на Steam и почитал про нее. И здесь именно как раз про похищение людей, про вот эти круги на полях, на кукурузных, короче, все, что нам надо, все, что я люблю, короче, и я надеюсь, вы тоже любите. Короче, научная фантастика, смешанная с хоррором. Вот. Не забываем, короче, подписаться на канал, поставить колокольчик, поставить лайк, написать коммент, мнение об игре, о демке, вот, и подписаться в группу ВКонтакте, ссылочки все есть в описании, и если есть желание, можете подписаться на канал Натрова, вот. Ну а мы с вами погнали! Необъяснимые явления произошли на ферме Грейсвуд. В ночь на 7 августа семья Шерман стала очевидцами ярких огней в небе, которые перемещались над кукурузными полями. Полем с бешеной скоростью. Огни двигались в хаотичном направлении с разными скоростями. Спустя некоторое время пропадали. Это странное поведение в небе наблюдалось ночью в одно и то же время на протяжении 5 дней. Как заявляет хозяин фермы, все животные сходили с ума. Собака стала агрессивной, пыталась напасть на него и покусала. Дети жаловались, что кто-то ходит под их окнами. Сам фермер Питер Шерман, работая в поле, увидел странную фигуру, не похожую на человека. Что это? Сознательный обман, желание привлечь к себе внимание или сенсация об инопланетном вторжении? Журналист Тейлор Фокс отправляется на ферму Грейсвуд с целью снять фоторепортаж для местной газеты. Музыка, короче, здесь какая-то, вот она прям обрывается, непонятно. Но, слушайте, пока задумка нормальная. Я почитал, типа, пишут, что очень атмосферно. Взглянем. Загрузка. Мы куда-то приехали. Итак. Так. Поговорить с фермером Питером Шерманом. Как всегда, мы приехали ночью. На грузовике News. Мы репортер. Приехали с новостями. Или за новостями, даже так будет точнее. У нас есть фонарик какой-нибудь. Темень жуткая. Слушай, графон неприятный, если честно. Опа. А вот и огоньки. Вот они, огоньки. Окей. Шерман. Так, погоди. Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы сделать фото. Окей. И фотка еще на полароид. Отлично, так. Тейк. Типа забрать, да? Ну слушай, мне уже нравится. Я только запустил игру, мне уже нравится. Окей, я не понимаю, нажимаю на F, фонарика нет. Шерманс Хаус, дом Шерманов. Мусор не вынесен. Так, кукурузное поле. Я бы уже, если честно, на месте репортера уже обосрался здесь. Ёпта. Кто там кукурузу хавает? Хаваешь, не хавай. Ладно. Еще там пошурши, я сейчас я перепрыгну через забор же. Ни черта не видно, если честно. Так, ладно, дверька приоткрыта. И записуля. Записка от фермера.
«Мистер Фокс, мы договорились о встрече, но случилась беда. Наша дочь пропала. Жена поехала в город за помощью. Мы с сыном пошли осматривать ферму. Будем оставлять записки для вас и полиции на случай, если мы разменемся. Будьте осторожны, Питер Шерман». Почему бы меня не дождаться было, а? Надо было самим все. Так, покрутить, повертеть можем. Все, да? Больше ничего. Исследуйте дом, задача. Окей. Взглянем. Дверь открылась, как барашка помычала. Так, есть телефон. Не работает. Я могу трубкой, короче, туда-сюда. Окей. Так. Что у нас имеется в доме? Это холодильник так работает? Уже страшно. Окей, на фото члены семьи Шерман. Слушай, а фотки, походу, настоящие. Да? А под этой фоткой ничего нет? Нет. Хорошо. Холодильник нам не открыть. Ладно, идем дальше. Молоко. Пицца. Видать, вкусная, наверное, была, раз ее схавали все. Итак, старая газета. Это старая газета о кругах на полях и прочих необъяснимых явлениях. Похоже, это происходит здесь уже давно. Почему я не знал об этом? Хреново из тебя, журналист, ёпта. Раз ты не знал о кругах на полях. Ладно. Вот о чем я и говорил. Мне уже нравится. Слушай, атмосферка пока интересная. Так. Что мы имеем? Мы имеем огнетушитель. Пробки, наверное, на месте. Книги всякие нам не посмотреть. Ну куда ж без бутылок? Бурбона какого-нибудь или виски. Окей. А на фото члены семьи Шерман. Это, походу, отец, наверное, и либо сын, либо дочь. Непонятно. Будильник и... А фото члена семьи Шерман. Ну, псина тоже член семьи, это да. Это да. Так, куда пойдем? Давайте зайдем сначала... Картины. Давайте зайдем сначала сюда. Опа. А может, дочка просто сбежала? Так, рация. Видимо, она принадлежала пропавшей девочке. Если прислушаться, можно различить очень странные звуки. Давайте прислушаемся. Я могу только отдалять и приближать. Вся побитая и погрызанная. Property of Megan. Ну, я слышу шумы, но... Либо там еще какой-то звук, либо это музыка, либо это реально какие-то звуки непонятные. Так, музычка какая-то начинает нагнетать. Эмбит начался. Поросюхи. Окей. Детский рисунок. Похоже, этот рисунок сделала пропавшая дочка фермера. Лист изрисован с двух сторон. Собака лает на пришельца. Девочка... А, девочка смеется, собака мертва, пришелец, девочка плачет. Интересно. Мне показалось, Вантус. Так, а вот и девочка сама. Собственно, убегает в кукурузное поле. Что здесь? Записка фермера. Это комната дочки. Дочка с большой буквы. Видимо, ну, очень важный член семьи. Ночью я услышал странный шум. Когда я зашел в комнату, ее не было в своей постели, а окно было распахнуто настежь. Я уверен, что ее похитили эти твари. Уверен? Может, она сбежала? Хотя она, смотри, мелкая. Ну, фиг знает. Фиг знает. Что у нынешней молодежи на уме? Меган. Ладно. Погнали. Дальше. У нас еще одна есть дверь. Так.
А это, собственно, наверное, комната родителей. Давайте взглянем. На мониторе какие-то пришельцы. Любят они пиццу, смотрю. Пивасик. Окей. Записка фермера. Я узнал много об этих тварях. Их называют серые. Это не маленькие зеленые человечки, а большие, жуткие и опасные существа. В основном их описывают так. Большая непропорциональная к телу голова. Волосы отсутствуют, бездонные черные глаза. Серая кожа, длинные тонкие конечности. И голоса ни на что не похожи. По отношению к людям эти инопланетяне настроены очень агрессивно. Все начинается с ярких огней в небе рядом с домом, которые двигаются по определенной траектории. При этом идет кровь из носа, начинаются сильные головные боли и звон в ушах. Животные в это время беснуются. Далее у людей появляются провалы в памяти. Придя в себя, они обнаруживали, что находились в страшных, странных местах, например, посередине поля или на дороге, в нескольких километрах от дома. К некоторым возвращали страшные обрывки из памяти. Люди вспоминали ужасные опыты. Пришельцы устанавливали контроль над их сознанием и воздействовали на психику. Также на теле были обнаружены следы, а именно надрезы. При пальпации чувствовалось уплотнение, инородный предмет, который двигался под кожей. Но вот это вот описание, в принципе, даже типа... настоящих документальных фильмах, типа, когда рассказывали люди, ну, которых, типа, украли пришельцы и вернули обратно, как бы, описание было почти, ну, такое же, вот. А насчет вот этого импланта, это уже что-то из секретных материалов, походу. Окей. Интересно, интересно. Очень интересно. Книжки. Так. Фото из интернета. Похоже, Питер Шерман видел нечто подобное. Выглядит ужасно. Ля, это реально кадры из какого-то документального фильма. По ходу дела. Много же всяких там, типа, псевдодокументалок и просто документалок. Ну, это вообще на Nokia 3310 снято. Угу. Кроссы. Так, что здесь? Детский дневник фермера. Окей. Стикер. Нашел мой старый дневник, где мне 15 лет. Как я мог забыть об этом? Текст. Сегодня был самый удивительный и страшный день в моей жизни. Я видел пришельцев. Мои родители думают, что я вру, но это правда. Я ловил рыбу с заброшенного пирса на реке. Вдруг меня оглушил гул, доносящийся сзади. Я повернулся. Совсем низко над землей вращался огромный диск с четырьмя мигающими огнями или окнами. Я почувствовал удар, который как будто подбросил меня в воздух и повис, как в невесомости. Все вокруг стало ослепительно ярким, и я, кажется, потерял сознание. Я вспоминаю, что видел трех пришельцев с серой кожей и большими глазами. Меня положили на стол. Я будто прирос к нему. Они стояли надо мной. Мне показалось, что они общались между собой телепатически. Затем один из них подошел и что-то сделал с моей головой. Больше я ничего не помню. Я очнулся на пирсе уже поздно вечером и еле добрался до дома. Голова гудела, я шел домой словно в бреду. Дома обнаружил на своем теле несколько порезов и два маленьких очень ровных отверстия за ухом. Что это было? Мне страшно засыпать. Окей. Типа фермера в 15 лет похитили пришельцы, ладно. А, можно сфоткать, да? Давай сфоткаем. Это отличный материал для репортажа, окей. Хорошо. Что? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Японский стелс! Оу! Я к этому не был готов. А фонарик? Оу! Фонарь. А батарейки бесконечные? Начинается что-то интересное.
Ля, атмосфера очень хороша. Мне нравится. Я уже хочу поиграть в полноценную версию, если честно. Что там за окном? Я никого не боюсь. Выходи. Опа, отпечаток, смотри. Руки. На мониторе. Но, возможно, фермер жрал пиццу, короче, и ляпал монитор жирными руками. Как вариант. Надо убираться отсюда, короче. Ляг, темень. Просто жесть. Выколи глаз. Ого! Оно прошло туда. Или оно было сверху? Ёпта. Давай взглянем здесь. Есть кто? А если найду? Может, по рации кто что скажет? Какие-то потрескивания, да, стали? Или они были? Окей. Ля, прям напряженная атмосферка. Надо убираться отсюда. Стул перевернут. Он же вроде не лежал, вроде стоял. Тут все, смотри, разбросано. Опа. Двери. А я не помню, чтобы здесь была дверь. Или я просто ее не заметил. Так, а эта дверька... Эту дверьку я открыл на... Когда зашел, я раскрыл ее настежь. Почему она прикрыта опять? Телек. Похоже на полтергейст, да? Так, лады. Я знаю, ты здесь. О, как мы любим толчки. Здесь прям квадратный. Ух ты, кровь. Ха. Записка фермера. Еще с детства меня начали беспокоить головные боли. Они мучают меня до сих пор. Я обращался к докторам десятки раз, но никто не мог объяснить причину их появления. Теперь-то я понял, почему врачи не смогли определить причину мигреней. Ответ прост. Похищение. Похищение инопланетянами, о котором я вспомнил лишь когда нашел свой старый дневник. Именно тогда я и началась мигрень. Порезы, которые я заметил тогда за ухом, след от них остался. Он прям там, шрам. Уверен, что они что-то внедрили в меня, какой-то передатчик или имплант. Из-за него я все забыл. Я точно решил, что достану его. Я не спятил. Ха, судя по всему, он его скальпелем. И вот он достал. Вот он передатчик. Ля, прикольно. В записке Питер Шерман утверждает, что вырезал инопланетный имплант. Может забрать его? Конечно, заберем. Это отличный материал для новостей, для репортажа. Так, что имеем? Опа! Кто здесь? Ходят тут всякие. Я закроюсь. С вашего позволения. Смотри, а рука такая, смотри, прям, ну, вытянутая. Наверное, эти животные с фермы Грейсвуд. Какие мертвые животные. Рыба, коровы. Охренеть. Инопланетяне даже жрут их. Какой противный звук. Тумбочки нет. Так, что мы имеем? Кассета. Посмотрим псевдодокументалистику, да? Или это фильм какой-то? Спецэффекты Спилберг.
Да нет, здесь Спилберг нервно курит в сторонке даже. А что с качеством записи? Не могу отследить его в гриме. Как будто в животе урчит, а? Бля! Не делай так больше, пожалуйста. Чуть не сиранул. Точнее, сиранул, наверное. Больше не буду играть в такие игры. Жесть. Короче, валим отсюда. Блять! Там кто-то прошел. Ну-ка. У меня есть фонарик, я тебя не боюсь. Блять. Угола? Капец. Вот атмосферка лютая. Опа. Зажмите правую кнопку мыши, чтобы присмотреться. Смотри, смотри. Йо-йо-йо-йо. А это... Я думал, это одно целое. Оно улетело туда. Машине плохо. Тихо, 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 тихо. Блять! Бегите к машине. Давай, давай. Жесть. Опа-на. Я этого не видел. Фонарик-то включи, дебил. Давай, давай, поехали. Как мне завести тебя? А, он сам заводит. Ладно. Давай, давай. Охренеть. Это прям день независимости. Давай, ну что ты? Давай заводи машину. Не, ну красиво. Опа. А это типа враждебно, да? Ну-ка. Давай, давай еще. Заводи. А что, все? А, я могу, смотри, еще вот так делать. Блядь. Меня съели? Демо. В полной версии игры вас ждет большая территория фермы Грейсвуд и полноценная история похищения пришельцами. Добавьте игру в список желаний, чтобы не пропустить релиз со скидкой. Добавить желаемого. Я ее, если честно, сразу же добавил, потому что меня привлекло вот это вот инопланетянщина, вот это. Вот. Чё хочу сказать? Демка... Хоть и короткая, но мне вообще просто огонь. На этом мои полномочия, все просто. Будем ждать выхода и поиграем, погамаем обязательно на стримах. Вот. А, говорится, релиз со скидкой. Интересно, сколько же она будет стоить. Но я думаю, если это инди-проект, то я не думаю, что он там больших бабок будет стоить. Вот. Так что подождем, увидим. А, по-моему, там написано было, что в этом году должна игра выйти. Вот. Ну, немножко кирпичей я отложил. Надеюсь, вы тоже вместе со мной. Вот. И пишем, короче, комментарии, мнение об игре вашей. И подписываемся на канал.
Не забываем колокольчик и лайкосик поставить. Всем спасибо и увидимся на стримах и на последующих видео.